Владимир Путин в целом позитивно оценил отчет Медведева перед Думой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин встретился в Сочи с президентом УЕФА Мишелем Платини и министром спорта Виталием Мутко. Французскому гостю показали олимпийские объекты. Платини отметил, что стройка идет полным ходом, и сделал комплименты российскому футболу. У вас прекрасный тренер. Отличные игроки. Вы побьете Бразилию. И для российского футбола это отличное перспективное будущее. Спасибо, Мишель, большое за добрые слова в адрес нашего футбола. От такого специалиста, как вы, услышите эти оценки, это очень приятно и очень важно. В завершении беседы Мишель Платини поздравил Виталия Мутко с переизбранием его в исполком ФИФА, на что Владимир Путин ответил шуткой, что министр спорта теперь непременно выучит французский в благодарность за поддержку его кандидатуры. И там же, в Сочи, президент провел еще одну встречу с главой Евразийской экономической комиссии Виктором Христенко. Речь шла о расширении таможенного союза. К нему планирует присоединить Киргизию, уже готовят дорожную карту. Кроме того, интерес к Евразес проявляет Украина и Армения, а с Вьетнамом ведется работа по созданию зоны свободной торговли.